На Гомельшине протягивается работа сельскогосподарчих кермашов. Причем на их можно не только набыть продукцию, але и отримать каштовные призы. Наши корреспонденты наведали сегодня кермаш на площади Паустання у областном центре. Увогуле у Гомелі некалькі пляцовак, где по выходных проводятся сельскогосподарчие кермаши. Але той, что находится на площади Паустання, можно напэўна назвать галоўным. Выбор продукции велики, а цены достатково демократичные. Коли пройти по радах, бульбу можно набыть по цене от 40 до 60 копеек за килограмм. Цибулю от 60 до 80 копеек. Средние цены на морку на гэты раз 50 копеек, капусту 60, перец 90, виноград каля 3 рублёў. Хоть только садовиной и гародниной пропануемый ассортимент не обмежу. Есть, например, свежая рыба. Дробного карпа реализуют по 3,70, буйного 4,30. Особая размова об садовых, древах и кустарниках. Их разностайность ураживает настолько, что многие с тяжкостью робят выбор. Фермер Сергей Стралкович у Гомель приехал из Минской области. Новые сорта появляются постоянно, каждый год. Просто люди не знают. Привыкли к нашим старым сортам популярным. Все, штрифель, путинка. Все остальное. Дарэчы, апрача прадстаўнікоў Мінскай вобласці, на сённяшнім кірмашы ў Гомелі гандлявалі таксама прадстаўнікі Брэшчыны. Хоць толькі продажам сельскагаспадарчай прадукцыі праграма гэтага кірмаша не абмежавалася. 5 кастрычніка Палац культуры Белецкі даў старт падрыхтоўцы да новага года. Менавіта так можна расцэньваць праведзеную тут промаакцыю «Мех бульбы ад бабкі Ёшкі». Гэты навагодні персанаж у Гомелі існуе ўжо 6 гадоў, але сёлета ён выйшаў на сцэну яшчэ восенню. Вясёлыя гульні, конкурсы і прызы. Два розыгрыша, один розыгрыш. Розыгрыш у нас будет, мы будем выручать 10 килограмм картошки на сельскохозяйственной ярмарке. И второй розыгрыш у нас будет в конце второго розыгрыша. Мы вручим пригласительный билет на наше новогоднее представление. Кермаши выходного дня на Гомельщине плануется проводить до конца кастрычника. Але у вынику доброго надворья и пожадания насильництва этот термин может быть продолжен. А прача того, у будние дни сельскохозяйственную продукцию можно набыть на специальных пляцовках. У Гомеля они находятся каля буйных гандлевых кропок, рыночных комплексов и успальных. Микрорайонах. Олег Сенцюров, Александр Лупиненко, Сергей Лукашук, телерадиокомпания «Гомель».